Послание Отца Абсолюта 3 апреля 2023 года. Контроль над водными ресурсами. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу призвать вас к осмыслению всего сказанного мной в предыдущих посланиях с позиции выживания человечества. Как видите, мои родные, наступление на вас идет сейчас по всем фронтам. Еще одним пунктом в программе глобалистов стоит полный контроль над водными ресурсами планеты. Они делают все возможное, чтобы не только продукты питания, но даже вода пагубно влияли на здоровье человека, постепенно отравляя его организм и вызывая различные заболевания. Все это кажется настолько чудовищным, что многие люди просто не в состоянии в это поверить. Именно этим и пользуются глобалисты, называя тех, кто пытается раскрыть людям глаза на их преступления, конспирологами либо сумасшедшими. Мы с вами уже много говорили о том, что сброс в моря и реки отходов промышленных предприятий губит природу. Но сейчас с помощью таких сбросов совершается целенаправленное загрязнение водопроводных систем, снабжающих водой целые мегаполисы. Делается это в соответствии все с той же безумной программой глобалистов по сокращению населения вашей планеты. То же самое происходит и с бутилированной водой, производство которой полностью находится в руках ставленников глобалистов. Поскольку мало кому на Земле посчастливилось жить возле источников с чистой родниковой водой, то подавляющее большинство людей вынуждены пить воду, содержащую в себе вредные для их здоровья вещества и химические соединения. Добавьте к этому спланированные глобалистами техногенные катастрофы, отравляющие природные водоемы и подземные воды, и перед вами станет ужасающая картина их преступлений против человечества. С каждым годом, а теперь уже с каждым месяцем, кольцо сжимается. У человека практически не остается права на жизнь. И это происходит на глазах у всех, совершенно открыто, с молчаливого согласия подавляющего большинства населения Земли. Вы можете спросить меня, как же такое могли допустить силы света? И я вам отвечу. Силы света сделали все возможное и невозможное, чтобы пробудить сознание людей. Все планы глобалистов были обнажены, выведены на поверхность. Но большинство людей не захотели увидеть и услышать неприятные для них факты. Они продолжали жить привычными заботами, не думая о будущем как своем собственном, так и своих детей. Нынешнюю ситуацию на Земле можно сравнить с тем, что ваш дом уже подожгли, а вы продолжаете оставаться внутри и жить своей обычной жизнью, делая вид, что ничего не происходит. Но если вы не начнете тушить пожар, то вы просто сгорите заживо. Именно это и происходит сейчас с человечеством. К счастью, пожарники все же нашлись, и они делают все возможное, чтобы спасти ваш общий дом. Но они не могут вытащить вас из огня насильно. Каждый должен внести свою лепту в эту борьбу с охватившим вашу планету пламенем, с каждым днем уничтожающим все больше и больше людей. Вы вполне способны стать руками сил света на Земле, чтобы помочь воплотиться на физическом плане тем огромным усилиям, которые совершают они на тонком плане во имя спасения вашей планеты. Будьте единым с ними целым и внесите свою лепту в скорейшее вознесение вашей планеты и лучших ее представителей в мир пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.